Ван дер Аст – голландский художник, который специализировался на цветочных натюрмортах. Их хронологию трудно установить, поскольку он подписывал свои картины только между 1620 и 1628 годами. Родился он в Мидлбурге, где-то между 30 июня 1593 года и 13 сентября 1594 года. В 1609 году, после смерти своего отца, купца Ганса ван дер Аста, Бальтазар поселился у своей сестры Марии и ее мужа, художника Амбрузиуса Босхарта, у которого он обучался живописи до 21 года. В ранних работах ван дер Аста отчетливо чувствуется влияние Босхарта. Семья Босхарт переехала в Берген-об-Зом в 1615 году, а через год в Утрехт. Ван дер Аст, вероятно, все это время был с ними, хотя он не зарегистрирован в Утрехте до 1619 года. В 1619 году ван дер Аст вступил в гильдию Святого Луки в Утрехте. Находясь там, он, вероятно, обучал трех сыновей Босхарта после смерти их отца в 1621 году. И, по всей видимости, его учеником был также Ян Давидс де Хэм. Он оставался в Утрехте 15 лет, и его первые известные работы относятся к этому периоду. В картинах этого периода отчетливо чувствуется влияние Босхарта. Во время пребывания в Утрехте ван дер Аст принимал активное участие в художественной жизни города и подружился с Роландом Савери, который также жил там и с которым он разделял интерес к цветам и животным. Под влиянием утрехтского художника ван дер Аст начал рисовать в более мягкой, атмосферной манере. Его отличительной чертой стал реализм его композиций и то значение, которое он придавал изображению животных и насекомых, таких как ящерицы, кузнечики, жабы и бабочки, вдохновленные работами Савери. В 1632 году ван дер Аст переехал в Делфт, где с 22 июня был зарегистрирован в гильдии художников. В следующем году он получил гражданство и женился на Маргриете Янсдер ван Байрен, от которой у него было две дочери. Ван дер Аст оставался в Делфте до своей смерти в 1657 году. Thank you.
Как и натюрморты его мастера Босхарта, цветочные натюрморты Ван дер Аста характеризуются вертикальной структурой, симметричной формой букета. Ван дер Аст представил новый элемент в виде ракушек, отражающий современный интерес к коллекционированию экзотических предметов.